Мы ведем свой репортаж нашего объекта. Объект находится в Затоке. Мы выполнили вот этот объем работ за 2,5 месяца, начиная от фундамента и включая собой фундамент, первый этаж, перекрытие первого этажа, перекрытие второго этажа, второй этаж. И вы видите, мы уже готовимся сейчас под утепление, после которого будет еще стяжка и рулонное покрытие. В этом месте у нас есть еще один конструктивный элемент. Здесь будет у нас бассейн. Сложность заключается в том, что высокие грунтовые воды. И залить плиту бассейна ниже уровня грунтовой воды порядка 1-1,20 м. Это достаточно интересная инженерная задача, которую мы будем решать. Здесь у нас будет лаунж-зона. Здесь будет зона барбекю, которая будет у нас тоже выкладываться тротуарной плиткой. И подпорная стенка. Подпорная стенка, поднимается уровень, въезд. То есть объект у нас еще порядка еще где-то месяца 2-2,5 для того, чтобы сделать внутренние работы и наружное благоустройство.